Дмитрий Анатольевич готов ответить на ваши вопросы, но вначале я попросил бы Дмитрий Анатольевич дать вам небольшой комментарий по поводу данной игры. Нормальный первый тайм провели, были моменты со стандарта, нужно было вначале забивать, в конце первого тайма хороший момент, когда в перекладину, в принципе, ничего не предвещало. Мы дали возможность молодым ребятам сегодня игровую практику получить, это парни 2005, 2004, 2006 года рождения. Вот плюс были игроки, которые восстанавливались после повреждений. В принципе, все было нормально до того момента, когда мы пропустили мяч. Для меня этот момент непонятен, потому что игрок взял мяч и обыграл пол команды нашей. Сейчас я хотел бы еще несколько раз посмотреть эпизод, чтобы очень быстро надо разобраться с этой ситуацией. Так, в принципе, расстроило, конечно, то, что мы проиграли. Естественно, когда команда не забивает, и ситуация, когда нужно забивать, да, нужно больше создавать и пропускает такие легкие мячи не обязательно, конечно, расстройство есть. Вот. Но здесь другой момент, что есть позитив в плане того, что молодые игроки получают игровую практику против соперника, и это нас радует. Наверное, только вот это можно сегодня отметить. Ну, естественно, болельщики, которые ездят с нами по всей стране и нас поддерживают, им огромное спасибо от меня лично и от клуба. Коллеги, если у вас есть вопросы... Нет вопросов. Прекрасно. До свидания. Спасибо.